Так, друзья, пару слов хочу сказать по нашему приезду. Значит, смотрите, мы приехали, наверное, так, во сколько мы там приехали? Без 15:03. Значит, пока там получили номер, пока заселились, там распаковались, в общем, такое. Мы, в общем, пропустили обед, поэтому все мы обедали в фастфуде, который находится возле бассейна. Значит, он работает до 16:00. Я не успел записать на видео, заснять, что же было там из еды. Из еды было достаточно, различные там виды мяса, фрикадельки, рыба, салатов куча, паста, картофель. Ну, в общем, различные овощи. Достаточно было еды, так, чтобы плотно покушать, пообедать. Да, естественно, это не тот полноценный обед, который в главном ресторане, но его вполне достаточно, этого перекуса. А сейчас мы идем на пляж и покажу вам дорогу на пляж. Также скажу, сколько же времени составляет дойти на пляж. В принципе, он здесь недалеко, буквально несколько сотен метров от гостиницы. Ну а дальше смотрите, какая же дорога и какая же территория в гостинице. В принципе, вы видите сзади, на заднем фоне у меня. Ну и по бокам сейчас тоже все покажу, что же есть интересного у этой гостиницы Амара. Очень удобно сделано то, что есть мостик над проезжей частью, то есть здесь проходит дорога возле гостиницы, и чтобы не переходить там по пешеходным дорожкам, есть мостик, который удобно, с помощью которого удобно перейти эту дорогу. Кстати, да, друзья, еще один важный момент, смотрите, значит, надо быть очень аккуратным на дорогах Турции. Хоть вы переходите, хоть вы ездите на чем-то, смотрите, как бы все это я постараюсь, естественно, вам показать. Но вот в прошлом году, когда я был в Турции, значит, я был в гостинице PGS Кириш, в поселочке Кириш, так вот там вообще очень было как бы проблематично перейти дорогу даже с маленьким ребенком в коляске. Вот примерно из 10 раз, когда я пытался перейти по пешеходному переходу, там где есть светофор, на красный свет водители просто едут и вообще не обращают внимания о том, что вот я иду с ребенком с коляской на положенный мне зеленый сигнал светофора. Легкий ветерок на пляже. Ну, в принципе, сейчас уже у нас сколько? Это 17:33. Смотрите, значит, от главного бассейна Амары Престиж мы сюда дошли ровно за 4 минуты.